стадии окрашивания находится у нас гибридная форма селекции капелюшного памяти Смольникова. Памяти Смольникова. Очень крупногроздный сорт. Очень крупногроздный. Значит, грозди у него весом по 2-3 килограмма. Вот видите, даже я немножко только взялся и уже оборвал ленточку, на которой держится этот побег. Эта гроздь очень тяжелая. Значит, здесь больше 1,5 килограммов. Значит, а вот здесь вот две грозди на этом побеге. Значит, этот сорт среднего срока созревания. Ну, скажем, гибридная форма среднего срока созревания. Вот. Полное созревание у нее будет розовый, слегка розовый окрас. Значит, такая она желто-розовая, с розовинкой. Значит, созревает она обычно на начало сентября в нашей климатической зоне. Значит, урожайность у нее очень высокая. Вот здесь вот видите даже еще плоскость шпалеры, отведенная погонный метр для этого куста. Они не заполнены полностью побегами. Тем не менее, вот даже здесь сейчас урожай при такой нагрузке вот, составляет более 20 килограмм. Вот. Мы покажем полное созревание этой гибридной формы памяти Смольникова. Значит, характерный для нее период. Это ориентировочно в начале сентября. Селекции капелюшного, гибридная форма под названием памяти Смольникова. Среднего срока созревания. Это крупногроздный сорт. Грозди у него доходят до веса 2 или даже 3 килограммов могут быть. Очень тяжелые грозди. Ягоды в среднем 10-12 грамм. Могут доходить до 14 грамм. В некоторых случаях крупнее. Сорт гибридная форма урожайная. Значит, вот видите, здесь на одном побеге две грозди. Форма ягоды пальчиковая. Вот, пальчиковая. Вот. До 4 сантиметров даже доходят некоторые ягоды. Созревает у нас в середине сентября в нашей климатической зоне. Ну, сумма активных температур в нашей местности доходит до 3400-3700 градусов Цельсия. Значит, при такой сумме активных температур созревает он в середине сентября. Значит, цвет его полный, это желто-розовый. Значит, здесь вот видно, что некоторые ягодки приобрели розовинку, там где на солнце они, именно на освещенных местах, они становятся розоватыми. Значит, там где притененные зоны, остаются они зеленого цвета. То есть нужно открывать солнцу их для того, чтобы они приобрели более привлекательную внешность, желтую окраску. Значит, нагрузка на этом кусту составляет, ну, может быть, порядка до 20 килограмм. Значит, и учитывая то, что здесь плоскости шпалеры не до конца заполнены побегами. Значит, при полном заполнении шпалеры побегами тех погонных метров, что отведены были для этого куста, значит, урожайность может доходить до 40 килограмм с куста. Вот. Гибридная форма очень урожайная, крупногрозная, красивая пальчиковая ягода желто-розового цвета. Селекции капелюшного Василия Ульяновича. Thank you.
вот я срываю одну из ягод, прикрепление. Средняя сила требуется для отрыва ягоды. Значит, ну вот типичная ягода гибридной формы селекции капелюшного памяти Смольникова. Значит, вот она желтая с розовиночкой. Ну, сейчас я ее продегустирую. Довольно сочная, даже очень сочная, гармоничный вкус. Значит, сладкая, довольно-таки кислинка присутствует во вкусе. Косточки уже темные, это виноград уже вызревший. Дегустационная оценка, я бы сказал, высокая. Высокая. Это очень вкусный виноград. С таким вот гармоничным виноградным вкусом.